Всем привет! Сейчас мы приготовим арахисовую пасту. Нам понадобится также стакан растительного масла, стакан небольшой 200 граммовый, 100 миллилитров молока, 3 столовые ложки сахара, 50 грамм арахиса. Я его поджарила и очистила от скорлупы. И нам нужно будет взять вот немножечко буквально соли. Это чайная ложка. Вот столько в чайной ложке. Соль нужна для того, чтобы усилить вкус арахиса. Во-первых, измельчим арахис. Я буду измельчать его в ступке. Можно измельчить при помощи мясорубки. Провернуть для этого его нужно два раза. Вот, измельчаем арахис. Желательно измельчить в муку. Тогда паста у нас получится равномерной. Вот столько вот. Вот столько у нас получилось арахиса. Теперь возьмем чашку. Выливаем в чашку молоко, сахар. Высыпаем арахис и добавляем чуточку соли. Берем блендер и также размешиваем на маленькой скорости до растворения сахара. Когда сахар растворился, выливаем растительное масло и на большой скорости взбиваем. Как видите, очень быстро масса начинает застывать. Видите, уже очень густая масса получается. Очень ароматный запах стоит.
у меня пол-литровая баночка, 340 миллилитров. Арахисовой пасты. Поставим ее в холодильник для загустения. Приятного аппетита!